Всем привет, ребят, всем здрасте, вы на канале Hammer Hit, меня зовут Максим. Так, продолжаем нашу лунную миссию. Так, это я здесь, где-то я здесь остановился. Все, идем дальше. Так. Эта хрень слишком большая для меня. А есть у меня что-нибудь? О, это может быть какой-нибудь. Больно. Ляп. Так. Заряд закончился здесь. Еще есть. Идите в жопу. Мне зарядка нужна. О, гранат набрал. А тут нет зарядки, кстати. Тут не было наверху. По-моему, не было. Нету зарядки. Мне нужна зарядка. Вижу я. А пистолетиком-то я особо ничего не сделаю. Шлеп такой готов. Оп! О, я этого замочил все-таки. Нормально. Так, что тут у вас есть? О, зарядка. Ща, подождите. Я заряжусь. Блять. Сука. А! Кретина 2! Урод. Не дали зарядиться. Так, хорошо, зарядочка пошла. Всё? Что я тут еще не взял у вас, ребята? Так, полная зарядка, хорошо. Сюда зайду, посмотрю, что здесь. А вот у них здесь какие-то... Так, стоп, подожди, ты не горячись. Ага. Нет, стоп. И чё это? А, я снова вылез в соседней камере. Отлично. Прямо супер. Я так и планировал. Так, закрыто, понятно. Не сюда. О, значит сюда. А, тут можно было, наверное, пробраться. Ну... Какого хера? Я что, обратно вернулся? Что за бред? Я же сюда пошел. Как я назад вернулся? Странно. Ну, ай! Ты дурел? Вообще-то больно. Так, ну мне, видимо, сюда. И чё это я? Где это я? Так, тут какая-то... Похоже на канализацию, если честно. Так, башка моя, башка. Идем. Ah,
Опять закончился заряд. На пушке эти меня раздражают, конечно. Так, мне надо скафандр, ребята, дайте мне скафандр. Я хочу погулять по луне. Прикольно. Черт! Ой, ай! Хера себе! Какая штука злобная. Тут ты, где ты там стреляешь, чудо? Ниндзя, черепашка. Блять, еще бы попадать, было бы вообще херенно. Да, божечки, не застревай. А, вот эта сучка, а, жирная. Болючая, болючая, прям больно. Неприятный вообще этот парень. Наткнулся я на него все-таки, а? Так. Стыкотно. Такс. Хорош орать. Так, и где-то этот тут засранец гуляет. Отлично. О. Ой, ой. Летит в меня. Ты там успокоился? Вроде успокоился, да? Заряжаемся, заряжаемся быстренько. Тише, 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 не истери. Зачем истерить? Непонятно. Есть еще кто? Где я нахожусь? А, вот где.
Так, тут все закрыто. Минус голова. Так, я что-то нашел. А скафандр мне выдадут, или я все-таки так пойду в открытый космос? Так, хорошо. Идем дальше. Тут что-то ничего интересного. Я только аптечками затариваюсь тут. Так, знак вопросика пропустил. А, о, шлюз этот. Это мне пригодится. Что-то я все иду и никак дойти не могу. Скафандр я так и не нашел. Иду без скафандра. Да и хрен бы с ним. Пойду голышом в космос. Че мне? А, нашел. Так, открывайте. О, это дело. О, я тут летать могу, да? Ну вот по луне погуляем. Вон земля. Красотища. Упс, 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 подпрыгнул. А, повредишка скафандра скотобаза. Что-то блестящее. Блестящее мне нужно. Золотой фрагмент метеорита. Нифига себе. Так. Не убиться бы. А мне куда? Я потерялся. Так. Ух, ёб твою мать, перелечу же сейчас. О, не, нормально. Открывайте ворота. Я пришел к вам в гости. Так, заряжаемся. Отлично. Так, мне же надо где-то найти эти коды. Я хрен узнаю, куда вообще идти-то. Ну, тут дверь какая-то, может сюда? Дверь не открывается. А тут что? Тут тоже ничего не открывается. Вот какая-то кнопка. А, снять, наверное, трусишки надо. Скафандр, то есть. А, ну все, нормально. Теперь сюда без скафандра вход мне открыт. Отлично. Что это такое? Что делаешь? Ты что делаешь, придурок? Не время сейчас вены резать. Faith kept her going. I cannot believe it's such certainty. For me and everything there must be doubt. Otherwise, there's no room to question. С бабулей там мы так и не счеты не свели еще. This place, this is the fruit of unquestioned, ferocious conviction. The
this is where absolute certainty leads. Yet you are a believer. I often wonder what kind of a god would sanction suffering such as this, and I question myself whether my faith is misplaced. Maybe he's testing us. Well, Egyptian, if he is testing us, we are failing gloriously. Мы его блистательно провалили. Бля, что ты творишь? Ой, ужас какой. Закрасил бы чем-нибудь, да и все. Обязательно кусок мяса отрезать. Садист. Ну и что, темный экран? Раздуплился. Так, идем. There is an encryption decryption database mainframe inside the war room. Find the war room. Access the computer. Да ищу я эти ключи, но я еще не нашел их. Ну о, опять этот хер здоровый. Как они мне дороги. Так, тут есть зарядка, если что. Не отвлекай меня от него. Перестрелочку такую мы с тобой тут устроили. Все, погнали дальше. А ты что такой живучий? Так, погоди. Ты мне не нравишься, что-то такой какой-то дерзкий, прямо такой весь живучий, неубиваемый. Да иду я, иду. Сейчас я к вам поднимусь, и мы с вами все обсудим. Вот голова тебе уже не пригодится, видишь? Ты что тут прячешься? Этот... Где ты? Ага, я тебя упустил, а ты спрятался такой. Лунишка. Так. Все. Больше желающих нет. Прекрасно. Кнопочку. И поехали. О, у меня заряда нету нихера. Надо было пособирать боеприпасы. Черт. Ох, мне сейчас тут посраки-то надают, я же без этих. Вообще без припасов практически, а во. Хорошо. Все прекрасно. Успокойся. Псина, я тебя не заметил. Ты такая маленькая, что я тебя не заметил. Мне нужна твоя батарея. Какая-то прям музыка такая нагнетает, прям нагнетает обстановку. Так. Собачки броню заберем. Так. Я что по кругу бегаю?
Так, ну да, мне вроде бы как сюда. Солдаты нового поколения, боже мой. Пускай производят, мне не жалко. Как я ему ножку подстрелил, он такой: а, больно. А хера ты думал? Лазером в ногу, да, конечно, больно. Конечно, отлично. Свою задницу на землю доставить. Сина, иди в очко. Красненькие папочки какие-то. Чё, тревогу подняли уже? Ну хуй, засранцы какие, а? И пошли вы нахер, я в люк и сваливаю. Сейчас мы быстренько спрыгнем на землю, и все будет хорошо. Посторонний на станции? Да ну не, я не какой я посторонний, алё. Я свой, вы что? Я не посторонний, абсолютно. Не придумывайте глупости. Прикольно, по ногам стреляешь, они такие: ай, больно, неприятно. Сейчас подзарядим все свои орудия. Заряжаем. Все, погнали. Так, 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 так. Так, бегом, 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 бегом. Нам пора валить отсюда. Тут есть что нажать, нет? Вроде нет. Давай зарядку мне. Всё. Так, ребят, я, пожалуй, валю отсюда. У них тут метро? Же ебанулись? На Луне метро. О, эта штука хорошая. Да, у них реально тут метро. Да сдохни ты, паразитина. Реально метро. Пипец. Ну, как подобие метро. Нет, и буква М тоже. Метро. Ох вы. Но это типа метро на землю, что ли? Погнали. Не, вряд ли, конечно, это метро на землю. Хотя, может быть, меня сейчас как выстрелит, и я полечу. О, нихера себе, красота какая. Ё-моё! Блядь, ты дурак совсем? Падла такая, а ты погляди, что творит, ну. Сваливаем отсюда. А-а-а! Не перестрелял, я думал, я перестреляю. Не, не получилось. Слишком жесткий пацан. Больно бьется.
Ох, как опять же ж не вовремя, а. Успокоился. Видишь? Так оно бывает. Гранаты детям не игрушка. Так, я зачем сюда опять пришел? А, тут ступеньки для дебилов есть, да. Чё прыгать-то? О, зарядка как раз нужна. Я, походу, на какую-то станцию метро доехал. Херась, я вот тут. Прячутся что-то. Так, это уже явно по мне стреляют, я так понял. Так. Ясно, это по мне стреляют. Оп. А, это я обратно вернулся, точняк. Ой, ой. Кто? Оп! Хера вас расколбасила, а? Граната, да, что вы думали? Гранаты, они такие. Хоть раз в жизни пораскините мозгами. Может быть, сюда мне бежать? Наверное, сюда. Пока я... Броня никогда лишней не будет. Пошел ты. Твою мать. Куда ты спрятался? А где он? И этот закончился, да чтоб вас всех. Так у меня все заканчивается-то быстро. А, зарядки-то нету, зарядки нету. Мне нужна зарядка срочно, вот она. Да-да-да-да-да-да, давай, быстрее заряжайся. Хорошо, и резак мне надо зарядить. Отлично. Все, погнали дальше. Ой, это мой шаттл. Подождите, я лечу. Я лечу с вами, а где вход? Твою ж мать, где вход? А, вот. Ай, блядь, такой себе вход, если честно. О, сука. Трогай меня! По лицу! Больно! Ладно. Хорошо. Раз вы хотите так, так тому и быть. По-моему, зарядка где-то была. Нет, мне показалось, что ли. Ладно. Надо этого гамадрила завалить. Здорово. Отлично, погнали. Я, конечно же, не ожидал его там увидеть, но ладно, что делать. Вот в этих ящиках почти всегда есть броня. Да, броня есть, супер. Где он там? Будет он выходить?
У меня граната есть одна, я могу в него кинуть. Хорош, хорош, отходим. Отходим, отходим. Понял. Застрял. Иди сюда, падла. Ей-ей-ей-ей-ей, бляха-муха, не застревай, ты дурак что ли совсем? Погоди. Он там где-то ходит. Вот он. Теперь взлетаем. Я готов. Погнали. Commander Central London Nautica. Transporter Nummer 4. Meine Ladung wurde vernichtet. Ich wurde von einem verdammten Terroristen angegriffen und bin gerade... Сам ты террорист, я не террорист. Verstanden, Transporter 4. Vollständige Einsatznachbesprechung nach Ihrer Ankunft. Verdammte Mist! Wer ist im Schiff? Вот зачем ты пилота-то убил, алё? У меня в навыках, по-моему, нету управления космическим кораблем. Ну, такая мягкая довольно таки посадка получилась. Ну, плюс-минус. Похоже, это живучий. Так, это стреляют по мне, да, опять? А что ж вы все при время по мне-то стреляете? А как мне выбраться отсюда? Кто скажет? Ой-ё. А выход где? Оу, щит. О! А выход вот он где был, оказывается. Ой, я еще и падаю. Да, чувак, явно не ожидал такого. В окне кто-то влетел. Головешку ему сломал. Во-во-во, вот этот со своими... С дробовиком с этим. Да-да-да, это он, я увижу. Блять, застревать-то зачем? А, вот это было больно. Так, ты меня окружить еще захотел, да? Гранату себе засунь, козелина. Ух. Бля, еще один. Да вы что, прикалываетесь? Сука, больно. Зажали меня в угол. В угол меня зажали. Ну ничего. Сейчас мы с вами решим эти вопросики. А где автомат? Алло, ну. Блять, ну не застревай, боже, ну что ты за дурак-то такой?
Так. Хорошо. Блять, больно. Урод. Все, вроде все. Так, все, ребята, я вернулся. Луны, давайте теперь дальше будем разбираться с этими идиотами. Конец связи, конец. А где выход? А, вот. Найдем. Я надеюсь, это наш вертолет. Ой, нет, давайте вот без этих падений, а, пожалуйста. Так, дальше движемся, наверное, сюда. А. Короче, мне надо спуститься как-то с этого здания, правильно я понимаю? Спуститься так, чтобы не убиться. А так можно вообще? Ага, видимо, можно. Оп. 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 Гребаный недолет. А как мне теперь сюда запрыгнуть? Видимо, никак. Я не допрыгнул. Блять, еще и свалился. Да. Поторопился немножечко. Бывает. Ну, я здесь, и то хорошо. И у меня всего лишь 20 хп. Зашибись. Ну и ладно. Пойдем с 20 хп как-нибудь будем прыгать сейчас. Ой, опять ударился. Он меня поджидал. Какой хитрый жук. Ай, опять этот мудак. Блять, повернись, ты чё? Алло, ну. А чё за херня? Почему у меня этот... Я не смог повернуться, почему к нему? Сейчас, подожди, я, у меня для тебя есть специальное орудие. А, зацепил. А. Где ты, блядь? Все, успокоился. Больше понтов было. Падла ты такая. Так, сейчас я пособираю все, а то я что-то тут на греб столько. Так, хорошо. Сдвинулся процесс мертвой точки. Так. Так. И вот да, блин. Да, блин. О. О, мне туда. 100%. Никто меня преследовать, я надеюсь, не будет. Кто его знаю, засранцев. Не понял. Мне надо сюда? А я же сюда не смогу запрыгнуть. А, мне, наверное, в окно надо вылезти. Я просто тупой. Все нормально. Ну, конечно. Тут же окно есть для дебилов. Но мы же не ищем легких путей. Хорошо, что не упал еще. Это было бы вообще обидно. Как тут у нас... Опасно, хожу.
И опять этот дезерватив. На! 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 Странно, что тебя не накрыло. Упс, извините. Ну вот, как-то так. Я забыл, что у меня есть подствольный гранатомет, которым можно развлекаться. Иха, прекрасно, все, погнали. Мне надо отсюда свалить. Причем очень быстро. Ой, вы что это? Что ж вы лезете-то под выстрелы? Что, не успел перезарядиться? Ой, что это? Что происходит? Вертолет. Он что, по мне стреляет, что ли? А, да, он по мне стреляет. Ну ладно. Неприятно. Очень неприятно. Ну ладно. Где ты? Пиу. А что, я в него попасть не могу, что, блядь? Что за хуйня? Алло, иди сюда. Я в него попасть не могу реально. Так. У меня зарядка кончилась, погоди. Ладно, в следующий раз продолжим уничтожать этого... какашку эту летающую. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, оставляйте комментарии. Всего вам наилучшего. Здоровья вам и вашим близким. Все, всем пока.